Друзья, на улице лето. Вообще, я иду в футболочке, и даже жарко. Как вот легенький ветерочек подует, прям так хорошо. Вообще, погодка летняя. Аж не верится, что может еще быть похолодание. А я сейчас иду в поликлинику, к невропатологу. Там нужно кое-какие документы для фонда и для реабилитационного центра подписать. Это, чтобы мне еще доктор рецепт выписал на Диму на лекарство. 2 недели назад выписывал, но здесь его нет нигде. Мы просили там, чтобы в Россию это парень съездил, который нам с Валбриса привозит. Это бывает заказ. Но он, видите, ему некогда где-то искать государственные аптеки, а в частных, вот таких, как у нас, такого препарата нет. Обещали привезти, но нет. В общем, Дима нашел женщину, которая ездит, я не знаю, может, она именно лекарства привозит, но она сказала, что может в государственную зайти, и попробую я еще раз, чтобы еще раз выписали рецепт. Там как раз на 15 дней выписывается, и сам рецепт 15 дней этот годен. И мне заведующая поликлиники говорила, попробуйте встать на очередь, вот на бесплатное, чтобы выдавали лекарства, раз это жизненно необходимое. Ну и то это будет, может, в 25-м году. Ну, когда не будет, пусть это встанет на очередь, всегда можно. Вот, а там как получится. Ну, само лекарство совсем недорогое. Там, я смотрела, или 70 рублей, до 100, вот так, по-моему, упаковочка. Тут дело не в цене, а то, что его нельзя нигде достать. И что еще хотела я? Вот это и все. Позавтракали. Ой, уже, видите, все в цвету. Главное, чтобы не было заморозков, когда цветут абрикоски. Так, ну и уже на обратном пути, друзья, тогда вам расскажу, что у меня получилось сделать и как. Друзья, все, я уже иду домой. На улице вообще пекло, уже в джинсах и в кроссовках уже жарко. Надо уже, наверное, босоножки одевать. Это вообще хорошо, как ветерочек чуть-чуть подует. А люди еще ходят, знаете, кто еще и в куртках. Утро можно еще и в шапке встретить. Правильно, знаете, пожилые люди, они, конечно, боятся, чтобы не застудить голову или еще что-нибудь. На бугорок поднялась и задыхаюсь. А вот когда я бегаю, мне прям так хорошо и легко. Вон, видите, ребята в шортах идут. Я, пожалуй, сама такая разделась. Вроде как-то неудобно еще. Самое главное не сказала. Все подписали, написали. В общем, все, что надо, все сделала, друзья. Как говорится, с Божьей помощью. Все. Теперь бегу домой. И будем теперь заниматься с Димой. Друзья, сделала я Баксику когтедралку. Вот это у меня был доллар. Обшила кусочком. Вот и снизу тоже на этот самый, на как он саморез или как он закрутила. И здесь была петелька, а там, в общем, вот так. Сначала лежала просто дощечка на кухне, а он ложился на нее, он помнит, что это как коврик. Не знаю, будет он дряпать или нет. Баксик, иди сюда. Баксик. Кс-кс-кс-кс. Баксик. Потом скажу, будет он дряпать или нет. Друзья, сегодня Диме прическу сделала, подстригла такую моднявую. Туда налево повернись. Ага. Вниз голову пусти. Вот такую. Не хуже, чем парикмахер. Баксик налопался, лежит, спит. Сегодня снимали гипс тоже
чуть-чуть начали заниматься. У Димы там между пальчиком это, он чувствует, что покалывает, болит. Я там начала немножко расковыряла. Это смотрю, да, думала сосудик, а то получается синяя ниточка, вот там как проволока. В общем, помучила немножко, но молодец, он был геройский. Но сейчас покажу, какую вытащила я это. Вот это таких, это уже седьмой узелок. А? Канат. Канат, ага. Это уже седьмой узелок, друзья. Сейчас вам покажу, какой. Вот он на пинцетике у меня остался. Гляньте. Сейчас, когда не наводится. Ну вот. Видите, какой он. Такой она, как я же, не нитка, но как проволока какая-то. Что-то это, ракурс не наводится. Ну, в общем, вот такая. Вот таких вытягиваю. Это ж надо знать, где еще, чтобы разрезать. Она там прям глубоко была. Такое чувство, что зашили, потом кожу еще сверху сложили, еще зашили шовчики. Вот это вот. Ну да, наверное, так и делается. Вы писали, что может быть отекает рука, потому что внутри еще швы вот эти. Оно же как инородное тело считается. Ну, буду прощупывать еще. Вроде так не видно, нет, а ну, как будет чувствовать. Домики, домики. Гиацинты. Гиацинтовые поля. Классно. Красиво как. Осторожно. Осторожно. Так, мы уже где-то рядышком. Лиссе. Вот этот город Лиссе. Это у них местный этот вокзальчик. Так. Мы сейчас. Красиво, да, как? Ой, какой запах! Замечательно, сухотравье. Очень красиво. О, чертополох. Розия. Все как положено. Ой, люди, какой запах потрясающий, сухотравие вообще такой приятный, прям. Вересковые холмы. Это вереск. Ой, фрези, ой, мои любимые. Ой, как они пахнут. Царство хризантем. Это что-то на георгины похоже. Какая красота.
Нет, это не георгина, это все-таки хризантема. Какая-то тропикана. Очень красиво. Мне больше вот эти понравились. Там целая очередь, чтобы сняться в этой лодочке. Все как мама любит, засушенная, да? Ой, ромашкой пахнет. Слушай, а красиво, смотри, как засушили все, да? Какая прелесть. Ой, вот они, эти розы. А, пахнет как. Очень красивый штейк. Гербарий. Мама! А. Мама, смотри! Да, мы рано приехали, поэтому как бы еще не особо сезон для тюльпанов. Но зато есть гиацинты, нарциссы. О! Тюлипа. La ripa, la ripa, voglio la ripa. Ma dove l'hai entrato, no? Qua? Qua in te c'è un'auto, già.